Сегодня у нас очередная распаковка, 7 посылок. Скорее всего, с Пандово и Жума. Вот. Начинаем распаковку, как обычно, самый маленький. Такая миниатюрная посылочка сегодня. Так. Вот что-то такое. Что-то очень нужно, я думаю, но я не знаю, к чему это. Какие-то кожаные наклейки. Интересно. Что это за кожаные вставки? Формиц. Ладно, сейчас поищу. Что это за... Это оказались самоклеющиеся антискользящие подушечки для обуви. Вот. Ни за что бы не догадался, но... Пошли они с Пандово. Уже время-то такое. Вот теперь... Не знаю, будет ли лед, ну, отложу их. Надо ли пригодятся мне действительно ботинки, которые очень сильно скользят. Надеюсь, они мне потом пригодятся. Отложим в сторону. Берем следующую посылочку. Такую же небольшую. Так. А, ну это уже... Обзор такой штучки был в предыдущем, всей распаковке, которые пишешь и фонарик нажимаешь, и она показывает. На, кому не досталось еще. 28 рублей она стоила. Идем дальше. Следующая небольшая посылка. Все, дети опять пошли рисовать. Здесь у нас что-то... для детских мультфильмов. Как я понял, домик красивый, такой маленький домичек. Так, сейчас мы вот так его покажу поближе. Миниатюрный такой. Домик этот стоил 11 рублей. Сейчас его посмотрел. Такой миниатюрный. По сайту. Это были проблемы с аппаратом. Не взялось. Ну вот, здесь же посылка. Две таких. Два держателя для полотенец. Здесь самоклеющая лента. И другой. Естественно, почему-то это в обертке отдельно. Это так просто. Сейчас 97 рублей стоил комплект. Две штуки в комплекте было. Сейчас такая уже побольше посылка. Ну, только побольше, но потяжелее. Здесь вот такое тяжеленькое. Опять. Луковица пришла, помятая, перемороженная. Фу. Короче, первый раз, ну, второй раз такой. Обычно заказываешь луковицу, приходит нормальная луковица. Эх, минус продавцу. Следующая посылка. Еще посылочка такая большая. Ну, тут больше, наверное, обертки. Так, это вот. Сейчас, минутку. Вот такие вот маски дедушек. Ладно, идите пугайте маму. Маска это была с Жума, 100 рублей стоила. Ну, детям доставила радость. И вот последняя посылка, самая большая, но здесь лапа. Пандоу. Сейчас открою, покажу ее и там ссылку. Все ссылки в описании. Обычно у нас одна такая есть, но я думаю, лучше иметь две. Вот такая. Кстати, у меня вроде первая такая же. Лапа, кто будет бить? Ну вот. Такая лапа стоила 200 рублей на сайте Пандава. Она прошита очень хорошо, я посмотрел. Я думаю, надолго хватит. Конечно, да, это не то, что не торчит. Думаю, хватит довольно надолго. Все, подписывайтесь, ставьте лайки.
до скорых встреч.